короче, детям в школе надо преподавать секс-просвет. И нужно Точно. Называть это разговоры о влажном. Сейчас сильно нормально. Клитор на что похож? На очень маленькую боксерскую грушку. Ну ты сильно бил, брат. Не-не-не, вы что, я клитор жестко уважаю, если что. Чтобы они там не потом не подумали. Нет, неправда. Пацаны. Ты дрочишь там, что едешь, и вот так на сигнал. Так, может, он реально дрочит? Может быть. У меня как-то был такой опыт. Это было, конечно, у всех, когда... Ну, да. Не у всех. Ну, обратно будешь ехать? Попробуй. Хорошо. Вот таксист офигеет. А что лучше, подарок с вниманием или подарок без внимания? Я знаю, что ты любишь мотоциклы. Поэтому... Сузуки. Что тебя отталкивает в девушке на первом свидании? Что она с тебя платит? Вон он, смотрите. Просто аллигатор, блин. В списке Forbes на 94-м. Точно она вонючая, от нее пахнет супом. И она такая, платить не буду. Я реально влюбился тебе, Гюргена.